На другую тему. Совсем скоро в Печоре появится свой скейт-парк. Крытый. Между прочим, аналогов ему в республике нет. Оборудовать скейт-парк решено во втором спортивном зале 49-й школы. Он долгое время не использовался. На средства городского бюджета уже закупили оборудование. Сейчас идет монтаж. Примерно полгода назад к нам обратились группа печорских ребятишек с просьбой открыть в Печоре скейт-парк. У нас очень много, оказывается, ребят, которые катаются на роликах, на скейтах, на маленьких велосипедах, а условий для тренировок у них нет. Ну и так как у нас север и 9 месяцев лежит снег, мы пришли ребятам навстречу, приобрели долгожданное оборудование и решили в Печоре все-таки попробовать сделать такой, скажем, кружок, секцию для скейтеров. Печорские скейтеры сами выбрали горки, на которых им было бы интересно кататься. Уже привезли специальные маты для обивки стен. Если вдруг скейтер не рассчитает траекторию полета, то соприкосновение со стеной будет безболезненным. Здесь будет хорошая выровненная площадка непосредственно для катания, да, роллеров. Кроме этого, будут так называемые конструкции под названием «Берг» и «Фанбокс». Я думаю, что в Печоре высокого уровня пока еще нет катания, пока еще. Но как раз для этого, я думаю, мы и приобрели подобный скейт-парк. Поэтому сложность самих конструкций, ну, я думаю, среднего уровня, то есть невысокого. Высокого пока нет для кого. Может быть, это и будет следующим шагом развития вот этого вот направления спортивного. Планы на этот рай скейтеров достаточно большие. Здесь будет прокат оборудования для тех, кто впервые встал на доску. До конца августа ремонт будет закончен. Дело за тренером. Администрация городского поселения призывает тех, кто умеет и хочет работать с детьми в этом направлении, выставлять свои кандидатуры.